Голый мужчина просидел полчаса на морозе на крыше в Караганде. Спасли его от возможного падения, от тяжелых последствий сотрудники полиции, которые вызвали жителей дома напротив. Именно они увидели, что на крыше многоэтажки по улице Гоголя сидит человек. Подробнее в сюжете Светланы Фариной. 12 февраля в районе 6 часов вечера на телефон 102 поступило сообщение о том, что на крыше пятиэтажного дома по улице Гоголя сидит мужчина. Дежурным управлением полиции на место был направлен ближайший наряд полиции. Дамир Аразов и Тимур Султангазы по прибытию на место обнаружили сидящего на крыше голого мужчину. По прибытию на место начали опрашивать жильцов, как попасть на крышу, после чего один из жильцов принес нам ключ. И мы начали подниматься на пятый этаж, скрыв замочную скважину. После как забрались на крышу, впереди шел мой напарник. Увидев мужчину, напарник начал отговаривать. Я начал разговаривать с данным мужчиной, успокаивать его, что данный мужчина не спрыгнул с этого здания, не совершил поспешных выводов. После я медленно и аккуратно схватил данного гражданина за руку. Тем самым напарник, держав меня сзади, страховал меня. Мы данного гражданина отвели в безопасное место. После того, как полицейским удалось спустить 31-летнего мужчину с крыши, на место была вызвана машина скорой помощи. По предварительным данным, мужчина находился в алкогольном опьянении, и у него было обморожение первой степени пальцев рук и ног. Светлана Фарина, Николай Шевелев, 5 канал.